Сразу два дерзких ограбления случились в Екатеринбурге за сутки. Налетчики обогатились на несколько миллионов, обчистив банк и ювелирный магазин. По словам полицейских, это совпадение – дело рук разных злоумышленников. Ведь один из них весьма приметен. Налетчика, ограбившего сегодня утром ювелирный бутик, может выдать его рост – всего 1,60 м, рассказывают сотрудники. Впрочем, вор хоть и мал, но оказался удал. Вынес из магазина украшения и выручку. Но на какую сумму – пока неизвестно. А вот подельники, совершившие дерзкий налет на Росгострахбанк накануне вечером, унесли с собой порядка 5 миллионов рублей. Двое мужчин в черных масках и камуфляже ворвались в офис, схватили сотрудницу и потребовали сложить всю наличность в сумку. Сейчас полицейские прочесывают окрестности и изучают видео с камер наблюдения. Сотрудники полиции проверяют на причастность к данному резонансному преступлению лиц из числа ранее судимых, наркозависимых и склонных к такого рода преступным деяниям. Раскрытие данного преступления находится на особом контроле у руководства городского управления.